Снова всем welcome, снова я. На этот раз я нахожусь на горе, на Филиппинах. Вот, здесь вот хороший вид такой открывается, панорамный. В принципе, там пальмы, бананы, еще что-то. Там вот антенна стоит. Тут машины разные, такси, туда-сюда. Мы приехали на треке. Дешево и сердито. Экстремально. Сейчас пойдем вот туда, вот на гору. В парк. Там хороший вид открывается. Вот, в принципе. Сейчас, в принципе, отсюда вот чуть-чуть поснимаю и вперед. До связи. Ну, а мы продолжаем. Вот здесь вот деревья какие-то интересные. Типа елки, не елки. Пальмы. Жарко? Да, сегодня жарко что-то. Парни пошли вот более длинным путем, мы пошли более коротким. О, коняга. Конь. Пони? Пони? Пони это да. You won't try? Try to ride. From on the down by pony. I'm so heavy. Really? Oh. So what's the name? People's Park. I see. It's old. It's already. What's left is litter. Oh, park. Oh. Это как в Голливуде были, да, надписи. Сейчас их нет уже. Все поржавело, отвалилось. Вот. Старинное место. А. Это антенна. Вообще надо осторожнее переходить дорогу. Осторожнее. Be careful. To cross the way. Нужно быть осторожным. Пересекай дорогу. Monkey. No? Turkey. А, Christmas turkey. Там вот обрыв. Дос допер. Can you take a photo? Здесь, конечно, растаманская музыка. Black man, because black man like a reggae and Rastaman. Yes, they. Bob Marley. А, это старое здание. Что там за звуки вообще? И тут кони. Кони, люди, смешались все, и кони, люди, и гигантский ананас. Че, фото? Фото? Can you take this?
shooting. Now shooting. It's already shooting. Гигантский ананас. May hawak na bote talaga. I like taking candid pictures. With this. It's so natural. Yes, it's promotion. Water promotion. О, красивый вид. Немного жарковато, правда. Зачем столб обнимать? Вы же вроде не пьяны. Че? Take a photo? Мы продолжаем. Да, это как бы... Как постапокалипсическое здание какое-то. Прям таки вообще. Свиньи, собаки. А, yes, yes. Да. Вот хороший панорамный вид. Там вот внизу опасно. Опасно внизу. Мы вот там фоткались, да. Это просто лучший вид. Можно понаблюдать в окна. Want to take a picture? Yeah. Да, вот и сделать здесь фотографии тоже. Тоже нормально здесь, как бы. Вот гольф, поля для гольфа. Хороший вид такой. Свежо здесь. Не жарко. Just see what is it. Это желтый удав. И ара. In my, when I was kids, I have that kind of photo, yeah. Chicken? Ara chicken? Yeah. I got a udav. It's called, looks like artificial. Yes. Like a painted bird. In Philippines, no, that kind of bird. No. I think that's it. And that's snake? Suited. Snake also? No. I see. Значит, привозное все это. Окей, nice. Так же, как в России, все привозят из-за границы. That's Amakau. Да. A snake holding a macaw. Да. Nice. Это за него оно под набуки. Ну под набуки. Вот какая еда здесь есть. Жареная рыба, спагетти, сладкие креветки. Special buffalo. А буляро. Буляро. Right, guys, specialty is буляро. Буляро. О.
А это вот, походу, Иисус Христос или кто такой?